Если вкратце, то ребята все молодцы, все выполнили свою работу, играли командой, поэтому такой хороший результат. Ну, общие впечатления от домашнего турнира каковы? Отличные впечатления. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас. Очень приятно играть. Ваша первая заброшенная шайба сегодня в составе Салавата Юлаева. Каковы эмоции? Что чувствует Юлаевец, забросивший впервые? Прекрасные эмоции. Что тут говорить? Это очень приятно. Ну, вот, там здорово сработали всей пятеркой, поэтому все молодцы. Ну, сегодня хорошо позиционное нападение удавалось Салавату. Были ли какие-то специальные указания тренерского штаба на этот счет? Нет, ничего специального не было. Мы это просто отрабатываем и стараемся переносить это на игру.